Правда, ввиду снятия плаща бойца из красного угла, победа присуждается бойцу из синего угла Колесников Николай! Думаю, к сожалению, нам не удалось посмотреть бой, но самое главное, друзья, помните, что здоровье – это самое важное. Самое главное, что у нас есть, поэтому, давайте громко поаплодируем Виталию Рябухину. Я думаю, что, ребята, мы еще посмотрим вашу схватку. Самое главное – это здоровье и безопасность каждого бойца. Дамы и господа, на награждение. Для награждения мы приглашаем представителя сети мужских костюмов Кальянти Арапову Марию Анатольевну! У меня? Добрый вечер. Всем добрый вечер. Странно, да, что сейчас тут не произошло. Я прям ожидала, что приду, сейчас буду кого-то очень рано поздравлять, но все старается на здоровье, это превыше всего. Поэтому ребят я награждаю, все равно поздравляю. А еще хотелось бы на самом деле наградить не только, так сказать, участников, которые сегодня показывают сильно такие достойные, хорошие результаты, его победы, хотелось бы еще наградить главного судью. Можно, пожалуйста, на минуточку вас? Богдан, да. Замечательно. Вот жду вас. Подарок, на самом деле, вас увидел на лице, на такой сегодня даст в новом формате. И как раз таки подарок представляется мой сертификат на 5000 рублей на деловой костюм. И второе – это держатели для рубашечки, чтобы воротник никогда не падал. Поэтому спортивная одежда – это, конечно же, будет, а если деловой костюм, то, конечно же, поеду. Поэтому все, всем хорошего вечера.